Самое страшное была оккупация. Вы знаете, когда приехали к нам немцы, приехали вот как в кино. На мотоциклах, вот так рукава засученные. И у нас, значит, вот так хаты стояли, значит, вот вдоль дороги, а на этой стороне огромный был амбар колхозный. Там туда свозили зерно, там рожь, пшеницу, каждому отдельно, значит, да. И они сразу приехали, и, значит, сразу туда, в этот амбар. Посбивали замки, а там ничего нет, в одном амбаре была только соль. Уже потом жалели, почему не расточили эту соль, надо было разобрать, потому что соли потом не было. Вот, и мы как рванули, там машина была диковинка для нас. Вот, и также и немцев. Немцы пришли, и мы рванули немцев смотреть. Один на нас автомат вот направил, и мы разбежались все, попрятались. И с тех пор мы стали прятаться. И даже когда немцы приезжали, собирали у нас, они забирали все, что вот там, конечно, то, что повкуснее, сало, яйца, кур даже таких живых там ловили, это самое. Ну, что вот увидят вот хорошее, все забирали. Они не спрашивали. И так вот 2 года жили. А ночью к нам приходили партизаны. Тоже просили кушать. Папа всегда им выносил. Да, не один папа, там и другие выносили, значит, да.